Я приглашаю Надежду Донцу, доцента департамента филологии Молдавского госуниверситета. Это стихотворение, эту элегию Пушкин написал, когда ехал сюда к нам. И я спою песню на эти стихи «Погасло дневное светило». Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Я вижу берег отдаленный, земли полуденной волшебные края. Воспоминаньем утомленный, с волненьем и тоской сюда стремлюсь я. Душа кипит и замирает, я вспомнил прежних дней безумную любовь. Мечта знакомая вокруг меня летает, и чувствую, в очах родились слезы вновь. Искатель новых приключений, я возбежал отеческие края. Я возбежал, питомцы наслаждений, минутной радости минутные друзья. Неси меня, корабль, к просторам дальним, по грозной прихоти изменчивых морей. Но только не к брегам печальным туманной родины моей. Забыты мной изменницы молодые, но не забыть мне прежних сердца ран. Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Спасибо. Вторую песню я вот только-только-только услышала впервые. Она о языке, который оставил нам Пушкин. И поэтому сегодня я просто не могу ее не спеть. Ее написала сибирячка, дочь русской и немца, Фаина Николас. А слова написал человек, поэт, который живет за рубежом, Геннадий Малеев. Давайте говорить на русском языке. Бою дан ни в долг, ни на поруки, я с ним рожден, хоть от России вдалеке, и красное словцо красивое по-русски я так люблю дарить на русском языке. Он красным был всегда при белых и прекрасных, железный занавес он не был на замке. О судьбах дорогих, похожих или разных, я вам хочу сказать на русском языке. Он храм мечты, где мы воятели и паства, судьбы он баловень и праведник аспикет. По-русски Пушкина читать, вот это счастье и гордость, что он жив на русском языке. Года минувшие, как отслуживший Виллис, пусть обретут покой в музейном уголке. На языке вражды мы все наговорились, давайте говорить на русском языке.
что может быть его понятней и красивей, когда течет сродни Поленовской оке во всех концах земли, где нет конца России. Давайте говорить на русском языке.